Завалили Акиру. Вы что, двое на одного? Акира, ты на рыпучая самая. Завалилась. Видишь, они сразу за шею кидаются. Школа-то какая была. Знает уже как. Ой, девки боевые. Ой, ой, ой. Ой, ой. Башка на сон. Башка, отвоевал? Тебе удобно так, бай? Теперь Тора. Джейс, ты на улицу, что ли? Ты чё ж на глаза закатываешь? Да Тор, хотела батю снять. Так, ну-ка, хватит. Ай-яй-яй. Акира, ты зачем так? Аж так больно. Ужас. Идет. Ой. Все, тортик напился. Ай-яй-яй, лапами. Вот видите, что они делают? На пол бесполезно ставить, она сразу вся выливается, у нее сразу разливает. А тут там лапами, класс. О, ништяк, ай. Ай. Баюшка, тебе так удобно, а? Раскрылатился. Привет, лапы покажи свои мокрые. Так, кто там лапами, а? Багира. Ой, все, они прям кайфуют. Ой, было бы лето, гуляли бы на улице, вам бы. Помните, у нас большой этот таз. Большая такая, не знаю, как назвать-то. Наливали воду Байкал с Джейской. О, Масол пошел. Да, так удобней. Дай. Интеллигенция. Ты интеллигенция? Говяжий у нас масолики уже обгрызли. Ты в надежде у бати забрать, да? Дать тебе масол другой, а? Акир? Кто ты меня целует? Кто целует? Кто целует? А? Это такая жопа. Вот он идет, атаман. Так и норовят у баюшки забрать. Ой, все устало. Да, обои у нас, конечно, шикарные. Сейчас без толку их клеить. Вот он растянулся. Ай, весь мокрый, весь какой-то, господи, грязный. Хотим сегодня вечером искупать их. Все, деваха уснула. Лакусик, лакусик ест тоже масолик. А кто это у нас на диване ест, а? Ты что такая продуманная? Да зачем на диван заперлась? А? Ты продуманная. Вся в мать и в отца знает, где, да, кушать, интеллигенция. Эти все на полу. Посмотрите на эту звезду, а? На любимом диване. Все мокрые. Вот у всяких ящики, вот это все, что полезно. Да, скажи лучше это, чем ваши эти корма. Ну, корм тоже дали для щенков. И ягненкам, и говядинам. Да? Покупала вот с индейкой. А, нет, что-то как-то не очень пошел.
другой только фирмы, тоже премиум класса. Ну, только индейка. Индейку они как-то не особо, ну, за тушей индейки они обожают. Любители мои такие. Да, мясные. Ой, девочка. Посмотри на меня. Багир. Багиршка. Ой, взгляд у тебя какой, а. Лакусик молодец, она на своем диване, да, Лакусик? Смотрите, какая она красивая становится, расцветка, такой беж прям. Будет бежевая девочка. Там какой-то карамельный, не знаю, как правильно называется ее расцветка. Вот, посмотрите в интернете. Конечно, то, что как палевый, да, или как... Смотреть. Вон она, девочка, знает, что надо на свой диван идти. Это у кого масол? Это Джейскин масол. Я для нее берегла, но пока гуляла на улице. Масолик большой. Там мяска много. Она Джейскин урвала. Уже голый. Джейс что-то быкует у нас. Что-то она психанула. Ой, что-то у нас там все гремит. Ой, как вкусно, все объедают, обгрызают. Ой, аж лапами дергает. Ух! Тима хорошая такая, а? Знает, куда надо ложиться. Так, ну-ка давай масу. Батя отгрыз масу. Ну-ка давай сюда. Батя, давай. Вот это не надо есть. Байкал дури хватает, он их прям разгрызает. Ой, тортик, все, все. Утенок наш. Он, мне кажется, единственный, который так любит спать. Как так вот можно? Ух, ну что такое. Смотрите как. Ой, господи, думал, сейчас меня это самое так близко. Ух, Байкал за еду, конечно, не кидается. Его можно свободно забрать. Господи, ты что такое грязное? Кошмар. Все, Багирка, ты наелась? Все, Багирка, тут под стол. Все, спать. Набегались, наигрались, перекусили. Не спал.